What? Oh. Ты дома, нет? Че? Это я, привет. Да, че? Ничего, проснулась. Вот что там делаешь? Чек пошелеваешь? Яички варю. Ага. Тебе смятка? Смятка какая? Три. Ты чего? Нет, конечно. Два? Да, одно хватит. А на сыра нету? Нет. Нет. Нам можно в магазин забить? Нет. Ясно. Ну, сейчас пока. А молока тоже нету? Нет. Я хочу кофе. Молоко. Ну, сейчас схожу, пока остывать будут. Это сам придвинь мне стол, пожалуйста. Так. Стол или монитор. Ты же делаешь, что еще? Так, знаешь, что это? Водички мне маленько налей. Так, так, нет? Или еще? Эх, ну, как я слышу. Какая-то там маленечко. А, вот, прижал провод, подожди. Нет, вот еще маленько. Нет, вот здесь. Ну, вот сюда вот его перекинь. Ну, все, все, все. Угу. О, забери зарядку у меня, Вова. Делать на репетиции? Зарядку будем делать. Зарядку, а потом что будем делать? Потом будем повторять танцы и новые изучать. Мама, знаешь что? Что? Нам костюмы шили на Иван Купала. И на месяц май. Какие на месяц костюмы? Май там кепки и такие штаны, юбки. Штаны, юбки. Юбка, штаны. Вот так вот. Держится хорошо? Да. Нигде ничего не торчит? Нет. Вот. Смотри. Вижу. Все? Вы с Мелиссой будете созваниваться? Ну да. Потом еще пойдет Артем, Маша, Мелисса и Кирилл. Ну вот, смотри, я не знаю. Ну все, вижу. Не надо. Подожди, подожди. Посмотри-ка. Спасибо. Ладно, убежим сейчас. Ничего страшного. Убежала уже. Номер не определен. Вова! Вов! Вов, ты дома? У меня телефон упал. Мам, где мои джазовки? Ну где-то там.
там, посмотри под телевизором, под тумбочкой. А, точно, нашла. Вова, мне телефон упал. Сейчас. Тогда? Угу. Лучше работали, чем сейчас. Мне реально надо номер установить. Ну, один раз же да, только танцевали. Да, сюда. На 9 мая все. Нам сказали, ну, что... Угу. Молоко купил? Да. Ой, фантики. Все понятно. Как я не все делаю. Здравствуйте. Улыбаемся. Так. Встали. Короче, еще ты назад, там чуть вперед. Так, сейчас подвижку выучим. Так. Угу. Так, маленько назад отойдите и отойдите от дивана, он вам будет мешать. Я Наталья Геннадьевна Ильина. Чем я занимаюсь? Хореограф я по образованию, тем и занимаюсь. Ну, еще училась на режиссуре театрализованных праздников и представлений. Я танцевать всегда хотела, с самого детства. Мне как-то книжки покупали, у нас до сих пор есть книжка «Классический танец» с картинками, с фотографиями с Вагановского училища. В общем, я рассматривала картинки, вставала в эти позы там всякие разные, делала плие, гран-плие, вот всякие эти, ну да, арабески там, все такое прочее. Ну, в общем, когда я поступала в училище,
Биробиджана. Я уже вот эту всю терминологию французскую практически знала, потому что я знала даже, как пишется, потому что там все фотографии были подписаны. Но после школы я не сразу в училище поступила. Я сначала поступила на физмат, потому что ну, как бы алгебра, геометрия, все хорошо шло. Я сдала, да, я сдала на пятерке все экзамены, кроме физики, физику на 4. Поступила, год отучилась в педе на физмате, хорошо училась. Меня потом не хотели отпускать. Вот. Но я прорыдала весь год, потому что я хотела танцевать. Раз, и два, и три, четыре. А знаете, почему не получается? Потому что лопатки не посадили на поясницу. Прогнуться надо чуть-чуть в лопатках, замочек сделать. Вот они, ваши корявые спины сейчас вылезли на парном движении. Пошли еще раз. 2004 год, 24 сентября. Мы поехали, мы купили машину и поехали к свекрови по трассе. Первый раз. Ну, Вова за рулем был я, Юра, Костя и отец. Ну, на УАЗике на своем поехали, как раз пятница была. Я на работе отпросился с обеда к родителям в МАГа. Там за картошкой, там, ну, за всякой ерундой. А дороги-то не знал, всего как-то один раз ездили за кислородом в Николаевск. Поехали, вот там вот стоял лесовоз, ремонтировался как раз перед поворотом. Я его, считай, объехал и на поворот вышел по левой стороне. А не знал, что тут сразу поворот и спуск. И вот как раз по левой стороне. А здесь я мелкий камень, щебень, когда вот из-под колес вылетает. И здесь я вот поймал и задними колесами, вот как болтанка такая, как все равно по стиральной доске. Вот так. И считаю, у меня зад, можно сказать, в воздухе практически был. И вот заноси, и вот торможу, а корму заносит. И потом в какой-то момент бах. И там обрыв. Ну, елочки там вот такие вот были, перевал. Вот. Если сверху смотреть. Ну, была возможность выпрыгнуть. Что-то я так подумала, думаю. Выпрыгну, останусь одна, они туда улетят. Что я буду делать? И передумала. И вылетела в окно, в стекло лобовое. Вот. Ну, в общем, очнулась я. Они пролетели туда по дороге почему-то, как кто-то, не знаю, как она сворчала. Сознание потеряло сразу. А я очнулась почему-то позади машины. Вот. Ну, Вова меня ходил, искал, кричал. Не мог найти. А я уже, когда очнулась, я уже знала, что у меня сломан позвоночник. Я не знаю, откуда я это знала, но я знала. А меня в больничку и пацанов на веревочку. Натаху-то на второй день на вертолете в Хабаровскую везли. Ну, она еще вот пальцем шевелила на ноге, могла. Туда увезли, и все, и полмесяца она там в коридоре провалялась у них. В общем, ну, сказали, что спиной мозг вроде как не порван, но сильнейший ушиб, и там большая гематома. Ну, крови передавила спиной мозг. В общем, короче, ситуация такая. Если бы они в течение 6 часов сделали бы мне операцию сразу, бригада бы приехала, ну, я бы, наверное, если бы не ходила, ну, съесть бы я точно съела. Короче, операцию мне сделали 12 октября только. 3 недели прошло. Операция шла долго, 7 часов. И там получается, когда делают такие операции, была раздроблена, короче, у меня Т-H3, Т-H4, Т-H5, это грудные позвонки, между лопаток как раз, вот. И четвертый позвонок, он был разбит полностью. В общем, стабилизатор мне не поставили, болты мне не вкрутили, как это делается всем, и после чего люди садятся хотя бы, вот. Корсет мне
пришел ортопед, снял мерки, но корсет мне не стали делать. Я не понимала, почему они этого не делают. Я до сих пор не понимаю, если честно. Поначалу-то пока, видать, у нее организм в шоке был. Она не чувствовала вот этих... Мы поворачивались, мы за 15 минут поворачивались там. Ну, я приезжал с работы, то самое, поворачивались, уезжал. Потом в обед приезжал, там поворачивал ее, уезжал. А потом, видать, шок прошел, года через полтора, наверное, не помню. Она говорит, такое состояние, что говорит, как будто мясо от костей отрывают. И вот, а потом, ну потом. Она тебя упрекала? Она тебе говорила? Ну как, да, я больше сам себя упрекал. Вот. Да, да, если бы они не сели, то бы я один бы кувыркнулся и фиг бы с ним. Вот. Да иной раз ругались с ней. Она говорит, оформляй меня в дом инвалидов. И все. Я говорю. Ну, поругались потом, помирились, что. Всякое же бывает. Не, ну иногда выйдешь, проматерись на крыльцо. На крыльцо. И вся. Вот. А дальше что делать-то? Да и Натаха у меня нормальная, что? С ней не соскучишься. И шить. И шить научились. Помню, как со школы домой шел. Машина стояла тут у нас, перевернутая в гараже. Сказали соседка, что больница. Младшие братья у бабушек жили. Я здесь на хозяйстве. Папе-то не до этого было. Вот он. Сейчас какое-то время. Получается, Юра у бабушки здесь в Богородском. Костя в Магре. А скажи, ты же сам танцевал, не? Да. А что бросил? Работа. Сейчас не до этого. Ну, по итогу... коляску сесть не получилось, все легло на плечи папы нашего и Максима. Вот Максим у нас тянул младших братьев своих. С 15 лет мальчишка работает, ну с 20 лет директор. Вот, 3 высших образования на сегодняшний момент. Готово. О, встал. Здорово. Добрался. Да. А как доехал? Да, нормально, доход обычно. На сколько приехал? Да, 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 все. Пойдем, давай. Да. Мам, Юра приехал. Ладно, я сейчас еще дрова поколю и зайду. Привет. Ну, садись давай. Как доехали? Да, так, как обычно. Ясно. Ну, как там в Москве? Рассказывай. Лучше, чем везде.
Куда там ходили? В музей ходили. Хочешь, фотки покажу. Давай. Получается, музей иллюзий на ВДНХ. Это очень интересно. Что у тебя на руке такое? Где? Вот это? Да. Да, это я упал. На экспедицию. Это вот. Тогда я посмотрю. Эти шкальные лапишки. Надо. Меня зовут Ильин Юрий, мне 21 год. Я учусь в колледже культуры и искусств в городе Биробиджан. Уже выпускной курс вот, на носу ГОСа. Всю жизнь, считаю, вот, с пеленок постоянно в творческой деятельности. Где-то. То к маме на работу приходил, на репетициях постоянно. Потом в 14 лет пошел в инструментальный ансамбль наш народный. Танцевать начал на первом курсе. В 16 году. Так, ты своими мальчишками позанимаешься, нет? Да. Вот. Когда? Там, короче, надо, ну, когда завтра. Угу. Вот. Это, там надо, знаешь, мы вообще восстанавливаем на Ивана Накупала, надо им будет хлопушку там какую-нибудь дать. Угу, хорошо. Вот. Хлопушку и девчонок погонять. Правая, правая, вдох, выдох, еще раз вдох, выдох. А танцевать я... Да, а с чего у нас началось-то это танцевать? Я уже не помню, с чего это началось. А, я вспомнила. Так, Надя пришла, Дункан, она бывшая моя выпускница была, солистка. И она пришла работать хореографом. Вот. Она собрала группу, как раз взяла моих девочек, которые, вот, которые у меня занимались. Продолжила с ними работать. Вот. И они стали сюда приходить, потому что мы делали танец полнолуния, все разводка моя, только Надя репетировала. Вот. И Вика танцевала сольную партию. Сольную партию мы учили здесь. В общем, я поняла, что как-то вот я могу, видимо, объяснять детям. Она меня понимает. И с 2008 года, в общем, я сначала взяла Галю Борисову одну на сольные партии. Она у меня стала танцевать, неплохо стала танцевать. Потом пришла Вика, потом еще три девочки добавились, потом мальчики у нас появились. Сейчас уже 17 человек. Ну, я, мамы просятся, я сейчас не беру. Вот, потому что уже тяжеловато как бы. В общем, ждем Юру. Юра выпускается в этом году. На диплом уже идет. Ну, я не даю коллектив. Ну, может, останусь на полставке, не знаю. Мне постоянно снится, как я хожу, как я на работу прихожу. И даже летаю до сих пор. Наверное, это шиза. Ну, вот 15-й год идет. Я вообще себя инвалидом-то не чувствовала. Не ощущала. Мне мои подружки, например, говорят, вот ты, говорит, вроде как лежишь, вроде как инвалид. У тебя, говорит, столько событий происходит. Как будто вот ты на ногах. Я говорю, ну, вообще-то да. Постоянно что-то такое. Ну, я говорю, у меня нет ощущения того, что... Я не чувствую себя ущербной, потому что я как бы все время в курсе, в центре событий каких-то, ну, в гуще, не в центре, а в гуще. Я не знаю, вот я говорю, как раз вот к вопросу об отношении, скажем так, двухногих людей, вот, к спинальникам, к парализованным людям. Ну, в общем, я для себя поняла, что мы просто живем по-другому. Не надо надевать терновый венок на инвалидов. Есть, конечно, такие, которые ноют. И такие встречались. Но почему-то вот люди здоровые, вот в сети я часто с этим встречаюсь, они считают, что инвалиды, тем более лежачие инвалиды, которые не выходят столько лет за пределы квартиры, они все озлоблены, все завидуют здоровым людям. Нету такого. Потому что многие здоровые люди, они живут гораздо, вот я так считаю, скучнее, наверное. Рутина у них это. Я даже не знаю, как сказать. Я, наоборот, чаще встречаю здоровых людей, озлобленных.
на правительство, там, на страну, на неустроенность какую-то, кто-то там чего-то не достиг. Я не знаю, я вот все свои как бы мечты, то, что у меня было, вот то, что вот, о чем я мечтала, я считаю, что у меня воплотилось, если не у меня самой, так у детей. Я, например, всегда хотела в Москву попасть на сцену, у меня ребенок попал туда. Вот, и этому прям чрезвычайно рада. Я не успела получить диплом режиссера театрализованных праздников. У меня ребенок его получил, старший. Чего? Я мечтаю, то все равно не исполнится. Вот. Я просто вот сейчас вот думала, я вспомнила, когда я плакала. Я первый раз плакала, когда не смогла повезти ребенка в первый класс, Юру. Вот, это я уже лежала. Потом я плакала, когда был выпускной у Максима, потому что я там не могла присутствовать. В общем, вот это вот самое страшное. Не быть со своими детьми, вот. На их праздниках. Вот сейчас вот у Юры выпускной, вот я бы хотела бы там быть. Я там не буду. Вот. Вот этого бы я хотела, но это не осуществится, это уже понятно. Вот. Ну, что за история с матрасом? Сколько вот она уже лежит времени на этом матрасе, и как сейчас поменять его на другой поролон? Ну, раньше-то меняли иной раз, а сейчас, ой, сейчас она давно лежит, уже сколько лет. О, я уже не помню. Ну, лет 9, наверное, точно. Почему? Это нормально? Ну, нет, конечно, это не нормально. Вот. Потому что сначала, ну, не знаю я, почему я лежу. Боюсь перекладываться, потому что... Почему? Потому что больно. Ну, вот, страшно. С места на место перемещаться. Вот. Ну, раньше мы меняли что, человека 4, 2 вверх, 2 вниз в ноги, но я посередине брался, перетаскивали ее на диван, вот меняли это все, потом обратно. Сейчас посередине я один уже не вывезу, я уже старый что. Это обязательно нужно делать, потому что матрас же продавливается со временем. И у меня сейчас положение позвоночника, вот я сейчас лежу, оно у меня неправильное. Вот. Потому что как бы в яме лежу. Вот. Конечно, надо на ровной поверхности лежать, как положено все это. Вот. Я так думаю, что так и боли уйдут некоторые. Не все, конечно. Друзья, и таз, и таз прижат под ноям, живот втянули. Подбородок вверх, голова на центр. Руку держим, лопатки в замок, живот подтянули. Плавнее, Дима, таз, спину держи. Шантнее, с рукой. И раз, и два, и... Пятки положили, деми-плие встали. Деми-плие, пятки подняли. Пятки опустили, деми-плие встали. Ребят, давайте поговорим с Натальей Геннадьевной. Вокруг меня все садимся. Так, все. Уселись? Включаю громкую связь. Все? Здравствуйте. Так, здравствуйте еще раз. Так, значит, дети Амандивы, посмотрела репетицию. Сразу хочу сказать, значит, Диану хочу похвалить, Красикову.
Вот, видно в последнее время, что стараешься, молодец. Вот. И по детям индиго, по всем. Так, момент, где идет бег у вас общий. Помним, да? Да. Вот. Так, нет натянутых стоп, колени вялые, да ни ЖТ не делаете. То бишь, точку в воздухе не обозначаете. Мы вам говорили, я вам говорила тогда, что когда ногу назад откидываете, нога должна быть абсолютно ровная, помните? Да. Натянутая стопа. И немного стопа развернута в первую позицию, помните? Да. Вот это все нужно делать, пока этого нет. Корпус вроде как подняли слегка. Нога ушла. Ногу отрабатывать, как положено. Так, дальше. Мы собираемся на танцевальный калейдоскоп. Это как бы отборочный тур на международный фестиваль «Ритмы планеты». Вот раньше это было два разных конкурса фестиваля. Так, останавливайте. Угу. Так, Вова! Поправь ноги, пожалуйста. Ну, давайте маленько передохнем, парни. Выход. Хорошо. Фу. Ай, больно, Вовка. А! Да ё-моё. Ай-яй-яй, хочу голова кружится. Ай, я пускаю. Потому что двое здесь, двое там. Наверное, вплотную надо. Посередине а кто-то. А ты сможешь застелить? Может, вдоль сюда еще надо сместить? Блин, а как те будут? Так, все. Так, разобрались. Так, на раз, два, три взяли, да? Раз, два, три. Нормально, все. Все. Так. Все? Пока да. Так, а что такой здоровый? Все. Так, уносим старый матрас. Нет. Дайте зеркало, посмотри, что там такое творится. Ты покомандуй. Да, покомандуй. Нет, у меня у всех. Так, нормально? Потому что у меня стекает в бочку. Я больше буду сейчас. На вот этом диване удобнее лежать, чем. Говори за яблоки. Так, слушай, а если матрас есть, зачем поролон? Чтобы смена была потом, поролон проще поменять. Или... Здесь стой. И ну, больше. Да. Там же деревяшки сейчас. Держу. О! Легче хорошо. Так и это, да, сразу? Да. И кладем второй поролон сверху? Обязательно. Че? Тебе еще надо было чуть-чуть, да? Да, чуть-чуть. Да нет. Чуть-чуть. Не трону. Плохо нормально. Ну, нет. Обрезай туда. А? Обрезай. Да нет, мы заправим. Принимай. Опа, мне кажется, ты все плохо заправил. А что? А что? Какая разница? Ну что, ходить будет? Не, мы место заправили. Ты здесь вот точно заправил? Ну вон там вот столько. Все, он уже лег там. В эту сторону чуть-чуть. Ну, мать. Че? Ты будешь как принцесса. Очень высоко, как. Я вообще сейчас не знаю, так, как там. Ноги можешь дать. Вова, аккуратно. Боже, даже нормально. Ну, его сюда, так, это убираем. Вон, видишь, плоские какие. Ну, на досках. Давай вытащим, наверное. На досках щит. Они держат такие. Это тканевая основа, я знаю, там нет. Мама пошла. Он сейчас с этой стороны ну, поднимает. Ты на диван сейчас забираешься. Да, да? Он заходит на диван, все правильно. А? Может я повыше, я там. А ты выдержишь, у тебя рука да, больная. Перегнулся. А я ногу сейчас перекину, повыше стала. Так. Я ногу перекину. Покуха. Так. Ой. Все? Уже звони. Кто командует? Так. Раз, два, три. Опа. Тихонько. Ложим. А, блин, капец, больно. Нога у тебя. А, больно. Так, так. Быстро, так, продолжаем. Подожди, так. Ну, у нас тут все. Чего?
Поперечка у нас тут разыграется. Так, взяли? И раз, два, оп! Стоп, что? Далеко, под палку. Все. Точно? Да. Так, или можешь передвинуть, прям ничего, ничего. Смотрим, как. Да. Это смешно. И все зато сделали? Так, нормально? Да, не качайте меня. Он должен был одного это сделать. Как на дельтаплан. Почти. Смотри, сейчас это, короче, мой дядик выгоняю. Вот это сюда все. Это сюда себе. Как мы начинаем танец? Вот дети Индиго, да? Номер новый сделали в этом году. Сделала. И ну сделали уже командой. Вот. Вы не поверите, меня на этот номер, на дети Индиго, знаете, что натолкнуло? Есть одна дама в Уклайфе, ну не буду называть имя. Она ведет прямые трансляции в Уклайфе. И она сидит на фоне леопардовой стены. Вот. В общем, там леопард, и у него светятся глаза. Это светодиодные эти фонарики. В общем, я на этого леопарда смотрела, на эти глаза смотрела, смотрела. Я не знаю, почему у меня такие ассоциации, но вот мне придумалось дети Индиго. Вот. Что вот этот, ну, свет, в общем, вот они несут, попадают на землю, несут свою миссию. Свет, идут к людям там. Люди их вроде как и не понимают. Вот. Но все равно они вот они делают мир чище и все такое прочее. Ну вот, казалось бы, ночник просто, светодиодный фонарик, маленький. На музыку я взяла из кинофильма «Дивергент». Тоже фильм мне понравился. Вот. Все, номер придумался. Я их, короче, я свои номера, я их в голове вижу. Иногда снится что-нибудь такое. Просыпаюсь, запоминаю, во сне движение ставлю. Район Хабаровский край. Руководитель Наталья Ильина. Педагоги Владимир и Юрий Ильины. Дети Индиго. You are.